Хорошо. Теперь быстренько берем базовый шаг. Потом быстро встаем в пару. Встаем. Партнеры. Левую ногу подняли, делай шаг назад. Хорошо, да? Супер. Стоим, стоим на левую. Стоим. Теперь сделали подмену ноги. С этой ноги никуда не сходим. Просто отводим носок, носочек пяточка. Опираемся и делаем подмену ноги. И три. Не встаем на эту ногу. Вот так, не встаем. Только на носочек. И три. И три. И опять после и три сделали шаг вперед. Раз, два, и три. Раз, два, и три. Супер. Раз, два, и три. Теперь я покажу боком. Теперь для партнера то же самое. Только с левой ноги. Пошли с левой. Раз, два. Стоим на правой. Левую ногу отводим назад. Только на носочек и три. Левую не трогаем, она остается там. Вперед ее не надо пока. А потом раз, два и три. Два. На этой ноге, на опорной, остались. Остались. И сделали подмену. Три. И опять. И опять пошли. Раз, два. Раз, два. Теперь. Не танцуем ногами вперед. Вот, пошли. Все ваше дело пошло. Корпуса пошли. Не то, что только вверх пошел. У вас все пошло одновременно. Раз, два и три. Раз, два и три. Раз, два и три. Теперь про длину шага. Это очень важно. Мы не делаем длинные шаги. Если вы сделаете длинный шаг, вы потратите очень много времени, чтобы перевести свой вес. Зачем это нужно делать? Можно танцевать вообще под собой. Со временем шаг, конечно, может удлиниться, но для начала я рекомендую делать коротенький шаг. Вот. Вытяните вперед ногу. И ваш каблук чуть-чуть будет отрываться примерно вот столько от земли. Вот столько, например. Вот насколько это будет длина вашего шага. Раз. Пары встаем. Так, девочки, помогите нашим ребятам. И Сережа. Сережа, возьми. Так, господа, послушайте, можете встать вот как мы стоим, вот так, да? Немножко поговорим про руки, танцы. Вот смотрите, вот мы стоим с моим партнером, да? Вот у нас есть некое расстояние. Мы его поделим пополам, и вот ровно посередине будут встречаться наши руки. Руки мы будем держать на уровне бедра. На уровне бедра мы будем держать наши руки. Не на уровне груди, не на уровне лица, а на уровне бедра. Так, дискобоксеры, теперь послушайте меня, кто ходит. Можно ли держать руки здесь? Можно. Но если вы дадите сюда давление, то партнерша не должна сойти с места, она должна уйти назад. Только корпусом. А если мы хотим сдвинуть ее вместе, то есть полностью от носка до макушечки, то мы двигаем ее в бедро. Бедро. Хорошо. Теперь очень быстренько, очень так. Бесклизненько. Класс. Дали партнерше свою кисть. Дали партнерше свою кисть. Партнерша положила руку. Указательным пальчиком вот тут сбоку, большим сверху. Партнерша. Вот такой замочек получился. Обычный танцевальный классический клад. Давайте продолжим. Спасибо, Сергей.
Так, хорошо. Слушайте, по-моему, получается, да? Ну. Давайте быстро про ритм поговорим. Итак, Тромба и Зумба для вас. Фитнес-клуб Центрального городского бассейна. Быстро поговорим про ритм. Подходим, музыка имеет счет. На 4 счета танцуем, да? Ну, знаете, да? 4 счета. Это малый квадрат. Раз, два, три, четыре. И большой квадрат. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Это понятно. Ну, а мы танцуем на 3 счета. Как быть? Музыка на 4. Танцуем на 3. Да, земля круглая. Надо в квадрат ее поместить. Все очень просто. Она быстрая. Активно руками работает. Сильные руки. И руками на рамочке я ставлю подсветку на ногу. Никто не сорвался, никто не уникальный подходит потренироваться. Подходите к нам, строй свои зубы. Не гадала, а вы ее повернули, партнеры. Зовем девочку к себе на первом шаге. Уходим в сторону. Раз. Встаньте как... Давайте вот так. Я встану как вы. Да. На первом шаге партнер зовет партнершу и уходит вперед, в сторону, в первую очередь. Раз. Правая, вперед, четыре. Еще. Теперь вот здесь самое главное. Не держим вот так, помочь. Один-один. Партнерша, убираемся. Угол у партнерши 90 градусов. Партнерша уперлась. Партнера. Уперлась. Эту ручку отпускаем, мы уже вперед зовем. А девочку поворачиваем и делаем счет номер два. Два. И делали симпалку. И три. И у нас получилось... И сложим вам на месту идеи! Раз, два, три. У меня конка! Глубже уходите! Нет ничего сложного. Необходимо только немного времени, старания и желания. Спасибо. Спасибо. Колено. Еще.